Теймуранский Кирилдзе отдыхает красному углу ринга. Он экс-чемпион России, представляет Москву. Как я уже говорил в начале, Теймураз выиграл пояс чемпиона Азии 96 года на профессиональном ринге. Всего он провел 20 боев, 15 одержал победу, 5 проиграл. Но из 15 10 боев Теймураз Кикиридзе выиграл нокаут. Секундантов Теймураза Кикиридзе, один из популярнейших тренеров в России, заслуженный тренер Советского Союза Владимир Лавров. Амагди Барту.